Прием, прием, леди и джентльмены, на связи Шедимен. Добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня у нас будет всего лишь две стороны. На одной стороне будет очень холодно, примерно минус 50, но на другой стороне примерно плюс 50 и в теньке даже вовсе не спастись. В общем, мы сегодня поделимся на две команды. Кто-то пойдет выживать там, где будет очень холодно, будут идти снега, метели и без костра там просто-напросто не выжить. Ну а другие пойдут на другую сторону, где наоборот костер просто не нужен. А просто зайти в тенек тебя не спасет. Тебе придется постоянно искать воду для того, чтобы себя остужать. В общем, посмотрим, кому что сегодня попадется. Ну а ты прямо сейчас пиши в комментариях, куда бы отправился ты. Что для тебя было бы легче? Там, где очень холодно, или там, где очень жарко? Жду твоих ответов в комментариях. И после этого обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом. А если ты еще до сих пор не подписан на канал, то жми на красную кнопку подписаться. Ты точно не пожалеешь. Приятного тебе просмотра. Ну что же, получается то, что сегодня я на стороне холода нахожусь, а вы на стороне жары, пустыни. В общем, я предлагаю сделать так. Смотрите, сейчас у нас только-только восход солнца. Когда будет следующий восход солнца, мы здесь снова встречаемся с возможными всеми выполненными задачами. А задача у нас находится вот в этой книге. Давайте кто-нибудь из вас, короче, прочитайте, что-то у нас написано. Так, давай, какие задачи? Давай, давай, это, давай. Короче, добыть питьевую воду, так. Разжечь костер, сделать бассейн. Ну это так, опционно, так скажем. То есть у меня костер, а вам бассейн сделать, потому что бассейн охлаждает. Так, построить убежище, так, добыть еду, сделать одежду, и найти браконьеров. Это спецзадание, помеченное звездочкой, да, Нубик? Да. Потому что браконьеров найти достаточно сложно, и помните, у браконьеров есть с собой оружие. Напомним, друзья, то, что браконьеры — это люди, которые незаконно, так скажем, мочат животных, ловят животных, которых ловить ни в коем случае нельзя, короче, занимаются браконьерством. Ладно, хорош болтать, все, давайте, вы туда за холм, я пошел в лес, мне холодно. Давай. Вам ультра жарко. Все, давайте в конце поменяемся. Жарко. В конце поменяемся. Все, полетели. Нам нормально, мы не хотим. В смысле? Холода. Вам сейчас так жарко там станет, то что вы точно пожалеете. Все, давайте, пока-пока. Да, может, так. И нет. Мы слушайте, сейчас... мы бассейн, вы мне, пожалуйста, пока что расскажите, какая у вас, какова у вас. Так, леска. Нубик. Что это было? Что с вами произошло? Скажите мне, пожалуйста. Слушай, мне кажется, браконьеров уже... Серьезно, с первой секунды, друзья... Ой-ой-ой-ой, леска, обходите как-нибудь по воде, если что. Это очень опасно. Поняла. Вы мне что-то прям... Нобик, я, честно говоря, прям в шоке сейчас. Я, знаете... А зато, кстати, у нас бассейн будет. Согласен, ну это прикольно, круто. У меня мне бы логово какое-то сделать, потому что пока что у меня, леска, пока что у меня температура стабильно опускается вниз. Реально, слушайте, по-моему, знаете что? Нас. Я даже не понял, от чего вы там отлетели вообще, что-то как-то непонятно. Не короче, понимаю. Ладно, я так, пошел в лес, в дебри эти лесные. Так, что хотел спросить-то, погодите. Что, первым делом... Ой, у меня волки здесь, собачки по лесу гуляют, что может быть лучше? Смотри. Они меня а будут защищать. Тебя. Не, волки смотри, мы можем там не нападают. Тобой, пока я их не трогаю, они меня не трогают. Так, это сюда кладем. В общем, друзья, я поселюсь здесь. Не знаю, что там Леска и Нубик делают пока что. Я сделаю кирку. Так, дайте мне наконец-то вам вопрос задать. Какова ваша стратегия? Слушай, я хочу найти хотя бы что-то. Что-то? Так, окей, ладно. Я пока с задачами ничего не делаю. Я сейчас добываю камень, булыжник, вернее, из булыжника крафчу. Почему у меня тут андезит вместо камня заспавнился? Уберите мне этот андезит. Так, все. Леска, что у вас там? Реально, что такое? Что ли? У вас деревня есть? В смысле, вы издеваетесь, что ли? Вы серьезно сейчас? Я не знаю. Это же капец вообще. Слушайте, а интересно, а если в жаре зайти в здание, здание поглощает жару или нет? Вам станет легче от этого? Вот что самое прикольное, мне кажется. Ну, если здание большое, так, то друзья, давайте крафтить сразу. Я буду инструменты крафтить, короче, апгрейдить. Надо еще. Так, это сюда сделаем. Так, это сделаем топор. Раз, два. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, я тем временем, друзья, начинаю мерзнуть, мне реально холодно становится, я уже манить начинаю очень медленно. Все нормально, все нормально, все. Понеслась, понеслась жар. Так, мне еще нужно. Мне еще бревнышко нужно. Друзья, у меня в глазах все синеть начинает. Так, это сюда, это сюда. Все. Так, стоп, погодите-ка. Погодите-ка, один момент такой интересный. Мне нужно.
мне нужно разжечь чем-то вообще-то костер. Погодите, у меня огнива-то нет. Я как разжигать-то буду, друзья? Я как сам... я выживу-то вообще? Да. Так. Я пока что иду добывать на огороде. Стойте, я вспомнил. Так, сейчас, мне знаете, что нужно? Я знаю, что я сейчас сделаю. Пока что огниво не сделаю. Я, короче, сейчас переплавлю дерево, получается, и сделаю обычную печку, и в печке буду переплавлять что-нибудь. И это что-нибудь меня согреет обязательно. Все. Сейчас все будет нормально. Сейчас все будет нормально. Шэдди, не волнуйся. Да, как холодно. Найти, как же холодно здесь! Это просто... Так, разбираем так, на домики. Ну, мне кажется, в жару лучше, чем в жару? Холодно. Ну, посмотрим. Это пока что это у вас там, знаешь? Жары, это пока что за вот именно. Пока что вы думаете, то, что вам там легко. Всякий. А вот пока что слушай, мне становится холодно, деревня, я думаю о том, чтобы было лучше жарко. Вот, так что... Деревня у нас так, полностью короче, песка. Что я делаю? Давай я уже совсем запутался. Дерево давайте уголек сделаем. Слушай, так, стоим, друзья, возле печки. Все, это будет мое убежище тогда в таком случае. О, есть! Работает! Опа! Работает, друзья. Все, отопление свекла, включили. Свекла, картошечка и морковь. Это, конечно, у очень круто у вас. У вас все там свеколка отлично. Всякая, это прикольно. Да. Слушай, так, растет тут, интересно, а если я растет. Сделаю уголь, о, вернее, сделаю факела, мне получится так же согреваться или нет? Да. Ладно, потом все, узнаем. Пошла, короче, так, в шахту, Нубик, короче, я пока еду пошел добывать. У меня тут, спасибо большое, как бы коровки носятся повсюду, так что мне с этим немного повезло. Единственное, стой, я очень боюсь появления браконьеров. Они реально могут неприятный сюрприз такой преподнести. Нести, будет вообще там нифига неприятно. Нас, что так, мы не можем опа, найти все дерево. Есть. Как, а вот, кстати, да, я только что такое вспомнил. Вы же в пустыне. Откуда в пустыне может, так скажем, деревцо появиться? Да. А для дерева нужны кирка, нам что же еще сюда. Другие задания. А это, чтобы кирку сделать, вам придется вообще в пески закапываться. Это да, это точно. Кстати, вы мне напомнили точно. Мне же бутылек с водой нужно. Я сейчас буду кипятить воду, короче. Ну, надо давай песок добывать. Давайте, не расслабляйтесь. Пить, вы там что-то это. Пить, я начинаю так, хотеть очень так, так. Слушай, Леска, сколько ты капелек воды сейчас уже? Ой, у меня эндермен тут ходит по лесу зимнему. У меня 4,5 капелек осталось. Осталось? А у меня всего 2,5 потратилось, ты представляешь? Надо быстрее воду хотя бы. Так что... Ой, у меня желтеет! Есть... Так, стоп, что я хотел скрафтить? У меня просто в голове все туда-сюда, короче, я не знаю. Вот, а я о чем вам говорил? Я вам о чем говорил. Сейчас, так, подожди, я ставлю друзья, песок, давайте подожди. С вами еще так. Уголька, короче, сделаем. Так, стоп, правильно? Да, все правильно Нубик, делаю. Ну, а нам же печку так, надо, мы печку пока даже что не так. Поешь, плюс стало. Пока что я, наверное, сейчас сделаю еще один верстак. Один верстак Нубик, на улице я буду использовать как... Сделать. Ты слышишь, ты живой, нет? Да. Нам нужно, короче, что, боже, я не понимаю, что говорю вообще, из-за того, что вы там что-то говорите. Короче, а верстак у меня будет как флаг на улице стоять, чтобы я базу свою не потерял. Так, у нас стоп. Реально конец света наступает. Откуда у меня бутылек появился? В смысле, он у меня все это время был или что это такое? Шэдди, мы не можем ничего сделать. Так, не можете? А вот как бы... Нам нужна вода. Так, в смысле вода? У вас повсюду вода, у нас тут океаны замерзшие есть. Мы должны скипятить, а чтобы скипятить, нужна кирка. Так, а под песок закопаться никак? Под песок закопаться? Ну, а я откуда знаю? Это вы выживаете там в пустыне. Там эндермен, я видела эндермена. Эндермен у меня тут тоже носится. Так, Нубик, давай так, поглубже так, в пещеру. Так, друзья, уйдем. Заходим. У меня все спокойно, у меня все так отлично. Так мы все рукой ломаем. Я сделаю еще одну печку, поставлю ее вот сюда. Спокойно. Пускай у меня будет еще один древесный уголек. Здесь я забираю теплую горячую еду. Не, Нубик, покушаю ее. И великолепно. Все. Так, что я касается огнива. Мне сейчас нужно срочно найти гравий. Как только найду гравий, есть вариант... найти железо, нет, короче, и потом уже скрафтить все остальное. Опять желтеет. Нубик, ну ты что думал? Думал, легко вниз, что ли будет? Пещеру, так, вниз, это заходи. Сюда. Интересно, кожаная не куртка знаю, меня согреет или нет? Я не могу бегать. О, все, короче, Леска, у вас алмазов, патовая ситуация, минералов. Да? У вас патовая ситуация, знаю, короче, реально серьезная там. Я не могу так. Даже пещерную стену. Все, все, Нубик, мы все поняли, Нубик, мы все поняли. Нубик, нам надо печку скрафтить, так. Слышишь? А я, короче, пока что попробую отправиться думаю, вот нужно сюда. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас но здесь. Дерево-то нет, как вообще. Бы мне только не упасть. Я вижу железо, по-моему, или почему-то такое. У меня одна капелька осталась. Так, железо это то, что надо. Нубик, ну, придется искать, что делать. Вы можете попробовать сделать стекло, переплавить стекло и, короче, достать да бутылку. Мы печку не можем сделать, понимаешь? Это, короче, большие проблемы, так скажем. Да. Я не знаю, что с этим уже. Это как бы, давайте, как вы что-нибудь придумаете, чтобы это дело решить. Понятно, так, у меня, понятно. Кстати, что-то я спустился в пещеру, а у воды-то у самого толком-то так, и нет. Ладно. Так что что-то такая себе тоже ситуация. Так, давай же, сколько тут железа? Два железа, слушайте, это неплохо. Слушайте, так, это кошмар какой-то. Железо у меня есть? Великолепно. Я уже начинаю... Неплохо было бы еще найти ой, угля сразу. Даже эту, я о!
Я лаву нашел. Слушайте, так я в этой пещере могу остаться жить. Дерево нашла. Я могу жить здесь, остаться. Я верстак в деревне стащила. Так, опа, сюда берем. Друзья, посмотрите, сколько тут железа. Это просто круто. Единственное, гравий бы на самом деле насыпали бы мне еще, и было бы еще круче. Слушай, прям намного. Мы вообще ничего не можем так, сделать. А я сейчас только что придумал, что если мне костер не делать, а сделать просто ведро в лавы, короче, набрать с собой и забрать. Ха, мне кажется, прикольный идея. Сейчас, Нобик, так, ты друзья, давайте попробуем так и сделать. Так, отсюда, отсюда, так, сюда поставим. Так, здесь пока что еще один уголек сейчас я получу. Короче, чисто выживаю на древесном угле. Кстати, а вы можете подсказать, там на улице как, темно либо светло еще? Светло. Светло еще? Да ладно, слушайте, до рассвета следующего дня еще так долго времени получается. Ладно, короче, тем и лучше, тем лучше. Хоть что-то кушай. Ой, я гравий нашел. Все, отлично. Так, сейчас я скрафчу себе лопату каменную, получается. У меня одна капелька. Так, сюда, сюда. Все, друзья, думаю, так, вот столько возьму, у себя в домике буду добывать, короче, отсюда уже, получается, кремний, так скажем. Вроде легче. Так, здесь у меня уголек, на этом угольке я максимально быстро переплавляю все, беру лаву с собой. Но мне хотелось бы еще, на самом деле, костер сделать, чтобы как-то поуютнее все выглядело. Капец, я не могу без инструментов ничего добыть. Все, у меня нет ничего. Слушай, подожди, а как так? Вы под песком никак не пройти туда, что ли? Либо, я не знаю, у вас, я видел, там акации растут неподалеку от того места, где мы с вами только начинали. Вы же могли оттуда акации немного нарубить и все. Акации? Я только пусты вижу и кактусы. Где ты? Не-не-не, если вы вернетесь назад на то место, где мы начинали, там, где снег с песком получается. Ну да, прям впритык. Так, туда можно заходить? Да, конечно, можно. Ты что там чудо? Нобик, смотри. Если что, на крайняк просто, если у вас реально... Ну я точно помню, что у вас там были акации, прям на границе, то есть... Это ничего страшного. Хорошо. Так что давайте, сейчас давайте, бегу. Давайте. Так, слушайте, я не понял. Стоп, погодите, пить. А кто у нас сегодня в жаре выживает? Почему у меня этот кругляшок по центру желтый становится потихоньку и сейчас приглядеться? Ты можешь тоже тебе пить? Да. Странно. Он у меня реально желтый становится. Я возле лавы просто нахожусь. Так, ой, быстрее, я делаю ведро. Так, отличненько. Так, берем. Все, я забрал с собой лаву. Нобик, ты идешь туда или ты где? Мне бы еще один кусок железа. Для того, чтобы сделать ножницы. С помощью ножниц добывать, получается, слушай, шерсть ты нам животных. Сказала, то мы с Нобиком так, конечно, я не знаю. Я просто думал, вы я заметили в самом начале. Что ты не заметил? Добываем, добываем еще. Как, короче, все, это я. Опа, все, темно стало, я все это дело забираю отсюда. Самое интересное то, что добыл все, что мне нужно, но нифига не добыл никакого угля. Вообще уголька нигде нет почему-то. Вот. Ой-ой-ой-ой, странные дела. Ой, в смысле, на улице светло? Вы че? Прикалываете, что ли? Там же ночь уже. Это вы только чё? Что стемнело. Только что? За секунду, да. Что ли? Офигеть. Да. Вы чё там в лесу? Вы сейчас знаете ночью-то чё? Какой этот будет атас, особенно в пустыне-то у вас происходить? Это ж капец. Так, давайте, бойтесь, бойтесь. Вот именно, это ж реально там бояться так. Можно. Подожди, так, ой, у меня скелеты уже пошли. У меня уже скелеты тут пошли. Я уже бегать сам не в аду. Не могу, вернее, у меня воды нет толку. Надо побольше добыть. Друзья, заходим сюда. Так, еда. Ай-яй-яй-яй-яй, как все плохо. Бля, нет, ничего нет. Все очень плохо. Так, давай, друзья, давайте в уголок поставим, что, короче, ведро лавы. Все. Ты чего назад уходишь? Буду согреваться здесь. Так, еще одну печку. Так, печку поставим вот сюда. Короче, непонятная халупа какая-то у меня получается, честное слово. Ты что? Так, но самое главное, есть поесть и попить тоже есть. Так вот, попьем водичку пока что. Так, песочка на самом деле не мешало бы еще найти. Так, и кирка тоже не помешала бы. Так, все, так, слушай, это сюда. Печку так, надо, короче, я ее тогда, стоп, ее сжечь можно или нет? По-моему, так, по-моему, на камень, не, на камень, наверное, сжигаться, конечно, не будет. Так, неплохо, ой, давай скелетина. Неплохо было бы еще найти еды какой, ой, еды говорю, так, этого. Слушайте, как нам сделать? Опа, Нубик, ты что там? Тебе скелеты, что ли, валят? Что у тебя там в экшен какой-то происходит? Я его валю. Капец, что-то не похоже, пока что, по-моему, тебя валит. Всё. Так, ладно, пошел я воды пока что наберу потихонечку. Так, из речки вот отсюда, или что-то такое, океан целый какой-то. Так, ну что, давайте, крепитесь еще немного. До утра доживаем, и челлендж, по сути, завершен. Вот, так, у меня пока что... А нет, нифига не тихо, у меня паук надвигается на меня. Так, все, я понял. Так, еще немного песка. Да буду сейчас. Так, попробую замочить паука, может быть, хотя не знаю, зачем мне это надо. Так. Ой, пауки! Что-то пауков тут реально много, хотя других мобов я толком-то и не вижу. Нет, у меня просто... А я видел скелет на пауке. Так, волки. Волки меня, если что, будут защищать, да, волчок? Нобик, так что все в порядке. Так, стоп, я свой дом потерял. Где мой дом? Я же верстак на улице оставлял. Так, Нобик, а мы с тобой где там залегаем? Так, точно не здесь. Погодите, а вы в пещере тоже, что ли? Да, в пещере. Так, ладно, ладно, ладно. Так, меня пугает, стоп. В пещере
Это не то, это не мой верстак. Погодите, а где мой верстак-то? Нубик, так, там паук слева. Я еще нарублю дров, чтобы углей побольше сделать, потому что на каменный уголь мне сегодня совсем не везет. Вот, хоть на этот повезет, думаю. Так, опа, все это дело забираем. Да, я вижу, я убегаю. Так, где же мой дом? Что ты делать-то будешь? А где у нас так далеко пещера? А, вон, все, нашел, нашел. Я уже снова замерзать начал тем временем. Так, ухожу в подземелье. Так, все, я ушел. О, холодно, холодно. Кушать, так, слушай, нет, ой, крипер идет за нами. Пускай приплавляется. Так, что я хотел еще сделать-то? Так, это я все сделал, я тут пожарил, у меня лицо, был лыжник тут, все, тоси-боси, короче. Чего да, он идет за нами, а? Это я забираю сразу, переплавляем ой! Еще немного. Он поймал тебя, да? Так, песок плюс да! древесный уголь. Короче, я слушайте, я в принципе, знаете, я уже так неплохо обосновался, и слушай, мы вообще мне ничего не очень сделали, даже тут нравится пока что это прикольно получается. Так, о, вот и зажигалочка заодно появилась. Так, я скелетов тоже, либо да, пауков кого-то, всех слышу тоже. Опа, так, все, у меня и костер есть. Все, отлично, это лучшее, что могло быть вообще, наверное. Так, появляется стекло. Сейчас пойду еще воды немного доберу. Так, все, два... А хотя нет, все, как раз три бутылька у меня будет. Вот. Так, раз, два, три. А нет, все, он так даже. Все, вот эти мне даже песок не понадобится. Так, здесь да вода сюда, фигня, да? Здесь уголь, еще все, больше угля надо. Все. Так, жду пока, что питьевая вода тут еще появится. Так, ну что там, так, рассвета еще нет у нас? Что у нас рассвета там, как получается? Рассвета не вижу, я тут вообще забурилась, так, а все, где-то питьевая вода еще. Так, так, выпиваю что, воду. Да, так, отправляюсь в рейд за водой тогда, получается, не сейчас. Немного. Так, пускай тут уголь еще плавится потихонечку. Так, вот так и вот есть сюда. Все. Рейда, есть отлично. Так, тут тоже осталось. Мы сюда яйцо, положим железку пока я что. Я тебе могу еду так, дать, ой, где? Меня испугал волк. Слушай, волк, давай, заходи ко мне в убежище, короче, вместе с тобой нам выживать надо будем. Крафтить, я ничего не понимаю. Давайте не крафтите, нубик тоже. А что-то уже 4 раза целых, считай, там отлетел. Или что сколько? 5? Нет, 5 получается. 5, да, 5. 5 же показывают, что я 4 ты говорю. Спасибо, так, еще Нубик. Бывает, бывает. Жара сильная, ну, видимо. Да. Слушайте, так, а вот вы-то с жарой справляетесь, конечно, в итоге или нет, скажите? Справляемся, но... Ну как, ты знаешь, один раз я восстанавливаю. Именно из-за жары, то есть отлетали, да? У меня пока почему-то, я, знаете, сам от себя удивлен, но я прям очень хорошечно справляюсь, так скажем. Так, давай быстренько добываем гравий. Так, это сюда переплавить. Так, здесь же тем временем переплавилось, кладем еду. Слушайте, ну, в принципе, я единственное, что не сделал пока что на данный момент, я не нашел браконьера, я не сделал одежду, да, но я могу коров пойти и подобывать еще. Еда есть, убежище есть, костер есть, вода питьевая есть. Все есть у меня, короче, по сути. Что мне еще надо для того, чтобы в этом ледниковом периоде выживать? Да. Мне кажется, больше ничего не надо. Так, два куска мяса сюда. О, так, кстати, кирку деревянную тобой... тоже отправляем. Так, нам надо на переработку. Так, сделал, сюда, это сюда, это сюда. Ставь печку скорее, всё, давай песок так переплавляем. Так, песок. Еще бутылек воды. Песок сюда. Так, слышу так, скелета. Слышу скелета, так, что-то... Стойте, светает что ли, либо что? А нет? Нет, в смысле? Нет, я думал то, что... А кто тут дерется? Погодите. Нубик, вот он уголь, так, вот он уголь. Ух ты, какие молодцы! Представляете, волки-то скелетов у меня тут, мутантов атакуют, прикиньте. Вот это крутотень, конечно. Так, вот, тихо, эндермену в глаза не смотрю ни в коем случае. Хотя можно попытаться. Ну ладно, не буду, короче, это делать. Так, ладно. Короче, пока наступает утро, я пойду дальше майнить. Все, пойду дальше, может быть, наконец-то найду еще что-нибудь полезное. О, а нет, это не уголь. Это другая руда какая-то. Так, все, здесь немного, туда немного. Так, тут уже земля начинается, это не очень круто. Что-то у вас происходит? Слушай, мне очень нехорошо, потому что... Я поджег себя на костре. Леск, что с тобой? Леск, кипить хочешь? Сейчас я тебе принесу воды. Вы воду вскипятили, надеюсь, если что? Так, ладно. Так, здесь все... Так, а все что ли получается? Слушайте. Я взял бутылочку, у меня она есть. Я не знаю даже, есть ли смысл воду идти... Ой, воду, говорю, еду... Ой, броню добывать, одежду какую-то. Меня, в принципе, так все устраивает. Так, сюда воду немного. Воду, говорю уже, воду, короче. Я тут появился, воду, короче, немного зальем. Короче, слушайте, я представляю... Ой, представляю, я предлагаю прямо сейчас... Это что у меня тут за этот появился? Я не понял, погодите, у меня тут какая-то фигня здоровющая появилась, какой-то броней непонятной. Волки, давайте, есть волки, давайте, атакуйте. Молодцы, молодцы какие, слушайте. У меня ботинки бульдозера теперь появились, представляете? Они только 10% скорости забирают. Так что мне это не надо, это дело все. Короче, слушайте, что я предлагаю? Прямо сейчас мы идем уже на границу. Давайте, короче, возвращаться, потому что... Стойте, ей воды.
вода нужна. Сейчас я воду уже дам, давайте сюда скорее, добегите уже до места и все. В общем, друзья, я считаю то, что я сегодня отлично справился. Не знаю, что там происходило у Лески и у Нубика. Пойдемте посмотрим, я сейчас захожу уже на границу. Я надеюсь, то, что они уже на границе тоже стоят. Хотя пока что, все, рассвет уже пошел, вы идете или нет? Меня тут скелет напал. Ай, нет, у меня сердец нет практически. Волчки, где вы все? Нет, только не крипер. Друзья, самое экшоновое в самом конце наступает. Так, на тебе, крипер, получай. Подожди, водичку я возьму. Так, где они уже? Вы где, есть тут или нет? Где вы, короче, находитесь? Сейчас я вылезу, подожди. Давайте быстрее, давайте быстрее. Так, волки, защищайте меня, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. О, Нубик. А, тебя снова замочили, Нубик, я понял. Короче, Нубик сегодня очень сильно у нас постарался, в кавычках, конечно же. Так, Лески у нас на горизонте пока что не видно. Давай, Нубик, может охладиться пока что. Так, я наполнила воду, у меня сырая вода. В моем биоме. Так, короче, ждем, пока подойдет Леска, друзья. У нас новый рассвет. Ну, а у нас как-то так сегодня получилось. У меня целых две стрелы практически прямо в голове сейчас находятся. Я сегодня полностью был на чили на расслабоне. Я даже ничего не почувствовал. У меня все есть, кроме, конечно, одежды теплой. Но ничего страшного, мне и так было комфортно. Ну, а на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения. Не болейте, вот там Леска на горизонте идут. Идет уже. Удачи. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья! Всем пока-пока!